Вот я кинула сено. Не могу вырезать и вставлять, ну, чтобы отдельно оно у меня получается. Нет у меня приложений этих. Телефон у меня старый, не получается вырезать, вставлять. Надо новый телефон. В этом телефоне нету памяти. Так что получается вот так отдельно снимать и показывать. Ну, у кого как получается. У меня пока так. Очень нравится сено им. Они прям с удовольствием. Ну, как по мне, так они подрастают. Ничего, вроде так. Сейчас я поближе. Я поближе вас сниму. Ну, кушайте, кушайте, а я вас буду снимать. А вы кушайте. Не, ну давайте не ко мне целоваться. Ешьте, я ж вас поснимать хотела. Кушайте, давайте, кушайте сенка. Вот, а я снимаю вас. Вот такие уже они у меня. Ну, мне кажется, растут. Потому что это коричневая так вообще. Конечно, она и была большая. Хвостики закручены, телепаются. Значит, все хорошо. Ну, это, слава богу, вавка зажила, все зажило. Значит, будет дело. Шерсть блестит. Переливается. Ну, это хорошо, что они сено кушают. Там вот эти листочки люцерны, бобовых. Тут много всяких гороховых этих. Тут дикий горошек. Свежее такое, хорошее, зеленое. Прям балдеют. У меня такое ощущение, что они его и просят. Ну, вот старенькая, которая давала вчера, они его, получается, перебрали, что им нравится, что нет. Остальное все найдет. У них такая вот пластиночка. Ой, ты что, пришла ко мне? Опять играться? Ну, это еще. Это да, конечно. Беленькая немножко поосторожнее. Это прям лезет играться, целоваться. Такая девчонка хорошая. Ой, сейчас она сразу в бухе упадет. Давай, ой, ой, попоньку мне вывалила свою. Почти, ой, хотела упасть, да? Скажи, покушать хочется. Вот они сейчас стоят вдвоем. Вот. Ну. Хорошо. Это набитый животик, она такая плотненькая, все. Ой, что ты на меня там делала? Приставала, да? А, тебе надо, ты хочешь и кушать, и чтобы тебя чухали. Ну, ты, конечно, хитрая девка. Хитрюшка такая. Мне нравится, когда я ее глажу, она сидит, как собака, и сидит. Чтоб ее выгнали. Она боится. Она такая осторожная. Она меня боится, потому что я вечно какие-то процедуры ей делаю, что-то ей все время делаю. И она вот это... Ой, скажи, хорошо как? Давай я тебя почешу. Ой, скажи, это же вообще, да? Шикарно. Давай. Ой, падаю, падаю. Скажи, падаю я. Но бок заваливается. Скажи, лапочки такие. Ну, кушайте. Вон какие хвостики, хвостики, хвостики. Нравится, нравится. Довольные. Это аж уши встали. Ой, Клёпа, что у тебя с ушками-то? У вас аж ушки встали. Девчонки, обалдеете, да? Вы мне как вьетнамские, больше травку. Что говорят, белые свиньи не едят сено. Только вьетнамские. Он маленький, 1,5 месяца, жуют еще и как сено. Что приучать надо, если они его, конечно, не видели с детства. Но они его есть и не будут. А потом пойдет травка зелененькая. Будем давать. Молодцы, кушать. Ну, то они визжат, плачут, просят, чтобы я им дала немножко того-того. Тетя, ты пришла ко мне, еще пришла? Ой, господи, пришла. Мой. Попоньки толстенькие мои. Ладно, кушайте. А тут они вот так вообще почти выровнялись. Немножко только так толстенькие. Куда ты пошла? Со мной домой пошла? Не надо. Застала кушать сено, я, может быть, сейчас лучше покажу. Кушай, я покажу сенка. Ой, сенка, вымя твою. Вот что ты сразу прячешься, глянь, пришла вымя показать, она бегом побежала. А ну, отойди, ай, кушай, отойди. Ой, ну не пока. О, ну, в общем, вымечка, вон какое толстенькое. Большое вымя. Подожди, да.
Да я сниму этот. Ай, ты мне прям в нос. Ой, ну не покажешь. Не дают. Фея, а куда ты поли... Ой, она вообще его зажала. Ладно, все. Как-то так. Этот прям не дает мне ничего снять, целуется со мной и все. Да, скажет, целовашки, обнимашки. Целовашки, такие глазеночки, да. Скажи, ну, Аня, меня обнимай, да? Наш хороший мальчик. Ну вот так, лапочка моя. Вот такой роднулька, роднулька. Ой, Анечка, так хочу, чтобы ты меня гладила, да? Ой, ты прям прилег. Ну иди сено ешь, что ты? Иди. Она сейчас все время хочет зерно. Она все время хочет дерть. Сено ей. Ай, этот меня бьет лапы, чтобы я его, видели, и гладила. Ну ложись, ложись, поглажу, давай. Ложись, я поглажу, давай. Ой, ой, такой мальчик. Рядом коза целуется. Ой, целоваться пришла. Ой, этот, а этот бегом, давай, давай меня чеши, да? Ну давай. Побежала, побежала, ага. Сейчас я, подожди, Айгуш, я сейчас поймаю ее вымя, покажу быстро вымя. Ага, вот оно. Я прям как... Да подожди ты. Для этого целоваться лезет и все. Да подожди. Да, я покажу вымя. Вон какое вымечко. Вон. О, вот такое вымя. Вымечко такое хорошее. Вон оно какое большое. Вот. Ой, вот, вот. Ай! Айгуша, я тебя подставила, это я на тебя ударила. В общем, мы такие у нас. Тяжело показать, она не дает. Айгуш, ну давай, не мешай. Я же хотела показать, а ты не даешь. Да? Ой, господи. Лапулечки мои. Ну ладно, все. Айгуша, стал, чтобы его чесали. Чтоб его только чесали. Чтоб его только. Ой, и каждый бежит. Этот вечно поперек всех. Всех растолкает, чтобы его чухали, нравится ему тут, чтоб чесали. А? Ну ладно, давай почешу уже. В общем, шея у него стала здоровая, вообще он стал огромный. Я с ним сейчас уже не гуляю, потому что он, если разбегается, то я его споймать не могу. А он это понял, хитренький, что я. Он когда разбегается, не могу его удержать, и он постоянно разбегается. Да, Айгуш? А, чесать же надо, да. Я забыла, что надо чесать. Сенка у нас кушает. Мне сено, значит, два видно. Одно ему 2 года. Ну, там осталось хорошее, только оно уже такое старенькое. А второе свежее, зеленое, все. Так это почему-то ест старое. Больше ей нравится старое. А то, что зеленое, она перебирает. Хотя там полыни мало. Ну, как-то в старом больше ей нравится. Может, там микроэлементы какие-то. Вот я заметила, была даже старая такая трава, выгоревшая, даже на поле, когда стоит летом. Что-то жуют они там, почему-то старую. Ну, они сами знают, выбирают. В общем, слава богу, фейка поправилась. Теперь я переживаю, чтобы она хорошо этот у меня катилась. Потому что она мало двигается из-за этого живота и из-за того, что нога у нее больная. Она мало двигается, это плохо. Будем смотреть. Будем помогать. Что делать? А тут кто-то, он прибалдел. Кто-то линяет. Он пух. Ой, Айгуш, что ты ж линяешь, да? Ух ты, господи. Опять ты линяешь. Это ж только вылинял. Ладно, все, иди гуляй. Все, будем завязывать. Пошел кошку нюхать. А, нет, тарелочку. Ладно, все.